Всем привет, с вами Илья. Новая самоделка Лего Ниндзяго. Багги охотников на драконов. Эти парни из 9 сезона Ниндзяго, загнанные. Такую вот технику я им собрал. Она не появлялась в мультсериале или в наборах, я ее выдумал. Такую вот машину на огромных таких колесах острых с шипами. Учитывая стилистику охотников на драконов, их цвета и некоторые дизайнерские решения, я собрал эту машину. На ней могут ехать двое. Один водитель, второй сидит на пушке, стреляет. Давайте рассмотрим со всех сторон. Вы можете заметить, что много шипов на этой машине, на колесах. Давайте пройдемся по функциям. Первая функция, ну, конечно же, машина едет с таким вот громким звуком. Едет хорошо. Одна из функций, спереди есть такая вот часть с когтями, с костями, может ехать так, а может перейти в боевой режим, опустив вот эти вот клыки, кости. И теперь машина может так вот таранить и прорезать себе путь. Такое вот опасное оружие на этой машине есть. Еще спереди есть фары. Две вот таких вот фары. У машины массивная передняя часть, здесь находится двигатель. Вот так вот выглядит она сбоку. Здесь вот диски такие, здесь тоже когти, кости на колесах. Вот тут место для водителя, руль, спидометр и кнопка. Переходим к задней части. На задней части расположена пушка, чтобы стрелять в драконов. Она может вращаться как влево-вправо, из стороны в сторону, так и вверх-вниз. Поэтому стрелять может куда угодно. Широкий такой обзор на 360 градусов. Здесь расположены два старшутера, которые стреляют глазками. Вот так вот. Такое вот, вот сиденье со спинкой регулируемой. И здесь еще расположено два оружия. Первое это копье, и второе это такой вот кинжал. Можно достать и использовать в бою. Снизу машина выглядит вот так. Эта машина идеально подходит для охоты на драконов. У нее есть и большие колеса, острые, шипастые. Спереди есть вот такие вот острые кости. Оснащена пушкой, которая может вращаться. Если вам понравилась эта самоделка, то поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока!